усопший храмобожник митрополита Виталия, Лавра, Яна, Гиона, архиепископа Максима, Мефодия, епископа Антония и Иоанна, и рабов твоих в натуре, Ксении, Анны, Марии, Валентины, Елены, Татьяны, Антонины, Иринов, Писарны, Екатерины, Нины, Елены, и всех, где ныне нами поминаемых, православных христиан, усопших надежды воскресения и жизни вечной, и же простите всем всякому прегрешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ставь смертного царя и Бога нашего проси. Подай, Господи. Иосифа, Матрёна, Тихона, Марии, Георгия, Синемита, Языки, Стефана, Анастасии, Антона, Анастасии, Александра, Косьмы, Иоанна, Захария и всех ответов, усопших, отец и братья наши, начавшихся веры, православной, исповедной, надежды, восхищения, жизни вечной, вместе свет, вместе злачи, вместе покойнее, от люди, жертвы, болезни, печали, воздыхания, и всякое согрешение содеянное ими словом, делом или помышлением. Яко Боги, человека любит Бог, прости, а конец человека любит, и не согрешит, ты помните, не греха и правда, та правда во веки, и слово твое истина. Яко ты и все воскресенье жизни покоя, собственных раб, твоих Христе Боже наше, тебе славу высылаем, со безначальным твоим Отцем, и Пресвятым, и благим, и настоящим твоим Духом, ныне пресно, и во веки веков. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, преклоните, Господи, Боже наш, Господи 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 наш, дайте с нами славят пречистое великолепное имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресно и во веки веков. Thank you.
Российской Церкви Господина нашего Высокопреосвященнейшего, митрополита Илариона, первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви, да помилует Господь Бог по Царствии Своем, всегда ныне пресно и во веки веков, священство, монашество и всех православных людей, гонимых за веру православную, да помилует Господь Бог по Царствии Своем, всегда ныне пресно и во веки веков, и вас всех здесь предстоящих, и молящихся, и от всех заповедавших нам недостойны молитвись они. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно и во веки Господи, помилуй.
Господь нашего Господа просит. Удай, Господи. Нашего Господа просит. Удай, Господи. Душам нашим мило, мило и у Господа просит. Удай, Господи. Всякий у Господа просит. Удай, Господи. Вселенской кончины живота нашего без болезненной последней мирной доброго ответа на страшном судище Христове просит. Удай, Господи. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу Преснодеву Марию. Со всеми святыми помянувши, сами себе, а друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Господь, Ниже благословенный Сийцо, Пресвятым и благим и творящим, Твоим Духом ныне пресно и во веки веков. Праведную есть
Духовного, Господь, нам Божественно благодать и дар Святаго Духа,
помолимся. Господи, помилуй. Мы помилуем нас всякие скорби, гневы и нужды. Господу помолимся. Тебе слава. Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Избранные внесли святого Иоанна Златоуста. Будем оказывать гостеприимство Господу в лице нищих и странных. И жаждущий приимет единого малых сих, говорит Господь.